Подразделения РСЧС и Еврейской автономной области присоединились ко всероссийским командно-штабным учениям. В ходе учебных и проверочных мероприятий предстоит выявить уровень готовности причастных к системе подразделений, отработать готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций и подготовить силы и средства к предстоящим возможным весенним паводкам и пожарам. У нас в области есть опыт ликвидации как пожаров, так и паводков. Единственное, что в прошлом году серьезных паводков не было. Но люди опытные, понимающие, как правильно решать задачи и обладающие соответствующей техникой. Хотел бы особо отметить, что очень значительное было обновление техники за последние несколько лет, что предполагает, что позволяет нам с определенной степенью уверенности ожидать позитивного решения всех тех задач, которые могут возникнуть в случае чрезвычайных ситуаций. Начались учения со строевого смотра, на место которого прибыли все заинтересованные службы и ведомства со всем необходимым снаряжением и техникой, уже готовые незамедлительно убыть к месту ликвидации чрезвычайной ситуации. В процессе этой тренировки проверяется группировка РСЧС, которая будет привлекаться, соответственно, для ликвидации последствий паводков или пожаров на территории области. В эту группировку входят силы и средства МЧС, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, правительство области, медицина. Провести учение предполагается в течение двух дней, 15-16 марта. И если первый день полностью посвящен ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, на следующий займутся отработкой мер борьбы с возможными пожарами. Общая группировка автономии РСЧС составляет порядка 2000 человек, постоянно находящихся в полной готовности. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.